Украина готовит судебные иски к России на сумму 1 триллион гривен за ущерб от аннексии Крыма. Об этом на заседании парламента сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. Кроме того, он обвинил Россию в краже более чем 2 миллиардов кубометров газа. Речь идет о топливе, принадлежащем украинской компании «Черноморнефтегаз». Переговоры между «Нефтегазом» и «Газпромом» на самом деле только начались, заявил Яценюк. Но он к ним относится скептически, мол, российским партнерам не доверяет. «Газпром» отсрочил перевод Украины на предоплату, а вот по цене переговоры все еще продолжаются. Также премьер добавил, Украина будет строить новую систему энергоснабжения. Украина створит публичное акционерное товариство «Украинская газотранспортная система», яке буде відповідати виключно за прокачку газа магістральними шляхами. Друге. Уряд України створить публічне акціонерне товариство «Українські газові сховища», яке буде займатися виключно оперуванням накопичення і відповідно відпуску з українських газових сховищ природнього газу всіх суб'єктів форм господарювання.